Алло. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Александр, я представитель социологического агентства «Газпром Инвестиции». Вам удобно говорить? Нет. Это буквально одну минутку займет у вас. Нет, спасибо, я старый, мне это не интересно все уже. У вас, скажите, а у вас есть опыт в инвестициях? Что есть? У вас есть опыт в инвестициях? Ну, 70 лет человеку, вы как думаете, у меня инвестиции есть опыт? Нет, опыт у вас в инвестициях есть? Да, государственные облигации, помню, покупал в 65-м году. Ничего не выиграл я. Вот, а тут к вам прикрепляется особый специалист, который ведет вас в курс дела и покажет, как вам зарабатывать. Так я ж ничего не заработал, сынок, мне пенсии 9 000. Понял, спасибо, до свидания. До свидания.